В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день ноября с погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. В отдельных районах сильный, с грозой и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11. Температура ночью 0-5. В горах до 11 градусов мороза, а днем +1-6. И местами до -5. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем 4-6 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. В региональном отделении КПРФ состоялась встреча с первым заместителем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым. В ходе мероприятия наградили волонтеров, участвующих в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов, участников специальной военной операции, также мирного населения. Подробности у Али Баташева. Сегодня вся наша страна объединилась вот в едином порыве, чтобы разгромить фашизм. Но невозможно представить себе фронт без тыла, без вашей поддержки и вашей помощи. Памятную медаль ЦК КПРФ 80 лет Донбасской наступательной операции Казбек Тайсаев вручил волонтерам, активно проявившим себя в сборе гуманитарной помощи для всех наших бойцов в зоне СВО и мирного населения новообразованных территорий России. Как и все настоящие патриоты страны, партия КПРФ с 2014 года отправила в зону боевых действий 118 конвоев гуманитарной помощи. Это более 20 тысяч тонн продовольствия, медикаментов, техники и оборудования. Все, что необходимо для наших бойцов на передовой, для победы, наша партия это все организовывает. Под руководством Геннадия Андреевича Зюганова и Владимира Ивановича Кашина организовывается эта работа. И все конвои, которые отправлялись, северокавказские партийные организации ни разу в стороне не остались, участвовали во всех конвоях. Я так понимаю, что и благодаря в том числе и вам, вам огромное спасибо, низкий вам поклон. Просто вам всем огромное спасибо за то, что вы поддержите наших мальчиков. От имени матерей я благодарю вас всех и каждого. Гюльнара Коломойцева и Светлана Дьяченко из станицы Зеленчукской ездили в Мариуполь с гуманитарной миссией в сентябре этого года. Побудили обычные чувства, желание помочь, желание не оставить людей в беде. Несмотря на то, что активная фаза боевых действий в городе Мариуполь уже завершена, осталась большая гуманитарная катастрофа, где, конечно, нужны руки. Да, перед самой отправкой мы уже ехали, люди начали говорить: «Ой, ну как вы на это решились?» Да, посмотрели новости, потому что показывают. Ну, не то чтобы страшно, волнение, конечно, было, потому что неопределенность была, была неизвестность. Скорее всего, так. Еще раз поедете? Поедем. Баблина Барлакова из села Николаевского организовала в своем населенном пункте точку сбора гуманитарной помощи. У нас группа есть односельчане. Кило туда в группу. Девочки, мальчики, женщины, мужчины, кто там наших, давайте поможем. И спасибо нашему селу, все почти откликнулись. Отправила несколько газелей, я надеюсь, дальше еще у меня лучше работа пойдет, я немножко уже научилась. Награду получила и сотрудница нашей телерадиокомпании ГТРК Карачаево-Черкесия Лилия Шоштаева. Надежный тыл – это основа сильного фронта, поэтому волонтеры Карачаево-Черкесии выражали готовность участвовать в сборе гуманитарной помощи и его доставке на передовую. В ходе встречи Казбек Тайсаев ответил на интересующие вопросы и поблагодарил всех участников за оказанную людям помощь. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. А в 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.